спокойно. И тут у меня передо мной оказывается вот эта вот машина, вот эта. И я немного ее задеваю. Я выхожу с машины, говорю, давайте отъедем, чтобы не создавать вот эту вот огромную пробку, потому что мы стоим прямо на улице, середину улицы. На что он мне отвечает, нет, сейчас приедет ГАИ, мы будем решать. Я говорю, зачем? Я могу вам дать деньги за то, что вот эта маленькая царапина, и вы поедете дальше, вы сделаете ремонт. Зачем сейчас вызывать ГАИ, вот это все делать, создавать пробку? И он такой, нет, и все. Мне показалось, что видите, вон там даже люди обсуждают его маленькую царапину, удивляются, почему мы тут стоим, и смеются. Но это реально смешно, друзья. Просто трэш. Тоже с удивлением. Ахмад, соболи.